Остается всего несколько часов до наступления Нового года. Говорят, как его встретишь, так его и проведешь. Предлагаем вам сделать это в компании телеканала «Интер». Ведь только у нас в эфире «Ночь больших ожиданий». Самые любимые звезды и актеры удивят вас в новогоднем огоньке. Чем именно, расскажет Антонина Маровди. На сцене происходит невероятное. Только здесь уникальные декорации и настоящий звездопад. Чтобы порадовать зрителей, новогодний огонек «Ночь больших ожиданий» готовили почти 4 месяца. На сцене Лобода сломает гитару, а вот Филипп Киркоров начнет исповедоваться. И только перед зрителями «Интера». Да так расчувствуется, что разобьет огромный айпад со своим изображением. Такого вы еще точно не видели и не слышали. Рева будет летать на сцене, а на джазовую музыку положили сказки Корнея Чуковского, «Муху-цокотуху» и «Айболита», да еще и с мотивами «Гангнам Стайл». Опа, Гангнам Стайл! Гангнам Стайл! А еще на съемочной площадке все загадывали желания. В этот раз я загадаю большой и чистой любви, светлого чувства, потому что его в жизни, если честно, не хватает. Я непременно напишу, чтобы в жизни наших зрителей были только хорошие новости. А вот что звезды делают, чтобы желания сбывались. Я пишу желания на бумажке. Сжигаю, кидаю в бокал, и пока бьет 12, успеваю выпить. Всегда сбывается. Этот рулон, который я пишу, он же не горит, понимаете? А потом весь этот пепел, его ни в одно ведро не засунешь, понимаешь? Поэтому у меня еще ни разу не получалось. Но все сошлись в одном. Этот голубой огонек помог им вернуться в детство. Приносила из туалета швабру, вот, привязывала к ней такую грушу от клизмы. Вот. Мне казалось, что похоже на микрофон. Я пела и заставляла всю свою родню это дело слушать. Это сказка для взрослых, без которой праздник невозможен. Она и является частью магии Нового года. Пусть у нас все будет хорошо. Не надо этого стесняться. Хорошего стесняться не надо. Мудрости и света в душе. Именно это и спасет все человечество. С Новым роком, Интер! Я желаю вам успех и много деньги. Это много гривен. Желаю всем телезрителям Интера, чтобы в следующем году все их желания осуществились, чтобы мечты сбывались и появлялись новые. Я желаю, чтобы наш канал вас радовал, удивлял и вдохновлял. С Новым годом! Вы услышите неожиданные дуэты и, конечно же, окунетесь в море юмора. Правда, всех секретов пока раскрывать не будем. Антонина Маровди, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер.